Пандемониум. Вот так вот она называется. Это игра. И у нас здесь три уровня. Легкий уровень с четырьмя сейф-румами. Средний с двумя комнатами безопасностями. И сложный уровень с одной. Ну давай начнем с легкой. Начнем с легкой. Так. Эх, сенсу бы подкрутить сразу, а то как-то маус сенсивити. А нету такого. Ну, блин. Будем с большой сенсой. О. ТТХ автомата? Внезапно. Так, не, мне неудобно с большой сенсой. Сейчас я мышку немножко покручу. Часики. Какие-то штуки. Сигареты. Винстон. Синий. О. Панда. Здрасте. А что мне делать? Что мне нужно делать? Мне не сказали, что мне нужно делать. Мне не сказали, что нужно делать. И я не знаю, что мне нужно делать. Тогда просто я буду ходить. Ну, и что дальше? Хе. Так, а здесь тупик. Сюда не нужно было идти. Ну окей. У меня есть, значит, закулисье с пандами, в котором мне нужно что-то делать. Но что нужно делать, непонятно. А еще здесь есть несколько комнат отдыха. Это комната отдыха или это комната уничтожения? Кстати, что это? Электрициан. Какое-то электричество. Так, тупик. Упс. Ой-ой-ой-ой. Ну зачем я повернулся-то? Ладно. А, все-таки это был чекпоинт. Ладно. Ну захотелось мне повернуться, посмотреть. Ну дальше что? Ну и что? Дальше что? Панда глупая. Так, куда мне нужно идти? Ого. Туда. Так, а тут у нас непонятно, неясно и непонятно еще раз. Так, здесь тупик. Ой-ой-ой. Ничего, побежим, возможно, там будет сейф-комната, иначе мне... Мне не повезло. Так. Ага, здесь я уже был. Окей, в ту сторону я ходил. Теперь попробуем пойти в другую сторону. Например, сюда. Так. Угу, и там сейчас будет тупик.
Вполне вероятно. Угу. Но тупика нет. Я просто запутался, куда я иду. Стоп, я здесь был. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И там я был. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, что-то взял. Что происходит? Включите свет, пожалуйста. Так. Так, куда мне идти? Вправо или влево? Тут грязь на стенах, поэтому пойду сюда. Хотя не хочу я сюда. Пойду обратно. Вот сюда. Ага. Лабиринт, лабиринт, выпусти меня. Стоп, я... А, я думал, я просто вернулся, а я пришел в другую комнату. Пришел в другую комнату. Кто это у нас? Пандаскан. Угу. Ну ладно. О, нет. Я вернулся к той комнате, которая с грязью. Но у меня сейчас выбора нет. Так, сюда. Сюда. Что это? Может быть, это и есть выход? Нет, это не был выход. Это была просто стена. Так. Ай-яй-яй. Пандамомиум, может, ты пандамомиум. Так, бежим. Бежим куда-то сюда. Потом сюда. И здесь я тоже был. Нет, я просто вернулся. Ты стой. А! Блин, я сразу в тупик бегу. С ума сошел. Так, бежим. Бежим, 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 бежим. Куда бежим? Непонятно. Просто бежим. Так, бежим сюда. Бежим сюда. Бежим, 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 бежим. И находим еще одну комнату. Ух. С кровью. С кровищей и с какими-то квадратами. Intimidation. Возможно, остановка времени или что-то подобное. Без понятия. Ну, мы потом проверим. Нужно просто дойти до... Подожди, здесь я был. Или не здесь я был. Блин. Ага. Вместо того, чтобы бежать, начал идти. Intimidation работает. Ну куда мне нужно идти? Так, сюда не нужно идти. Ты не сможешь спрятаться. You can't hide. Так я и не собирался прятаться, мне нужно просто найти выход, наверное. Или нет? Что мне нужно делать? Что мне нужно делать в этой игре с пандами? Бегать по лабиринтам?
от плант. Ух, ух. Ну давай, догони. Давай. Давай, догони меня. Не можешь? Потому что я быстрый. Бля, и сюда. Потому что я мега быстрый. Я тренировался у лучших бегунов. О нет. Лучших бегунов. Угу. Что-то вот... Что с от этой стены делать? И нужно ли что-то мне с ней делать? А? А? Нужно ли? Так, бежим. 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 Бежим, 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 бежим. Куда бежим, зачем бежим, не знаю ничего. Я просто бегу, в тупик бегу. Бегу, бегу, бегу. И панды меня не поймают, пока я не устану. Так. О, я внезапно вернулся туда, откуда начал. Ну что поделать. Окей, ладно. В инструкциях ничего не говорится, в главном меню не говорится ничего. Статистика. Количество шагов. Дистанция. 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 Да. Статистики нету. Страйки о том, что я спасся хоть раз. Значит, вероятно, этого не предусмотрено. Хотя, это мои лишь догадки. We are coming. Мы идем. Куда вы идете, я слышу. Вы не идете, а вы бежите прям. Там был тупик. Так. Теперь я бегу по правой стороне и вижу какую-то грязь. Так, чихнуть хотелось. Чихнул. Угу. Бамбу-бомб. Бамбуковая бомба. Что, она взорвет его? Панду или нет? Ну-ка, на, взорвись. Что-то они не взорвались. Не захотели взрываться. Я бегу в тупик. Но мне повезло.
Они решили отстать от меня. Так. Так. Обманули. Ну куда дальше? Куда дальше мне? О. Так. Проходим мимо, смотрим на картинку с пандой. Блин. Ну кто же знал, что там тупик? Кто-кто? Разработчик знал. Я не знал. Ага, конечно. Так, бежим. Тупик. Тупик номер один и... Что ты тут делал? Крыса. Не панда, а крыса. Огромная пушистая крыса. И главное, специально ждала около предмета, а я хотел так быстренько схватить, использовать. А она там сидит. Гаденыш. Тихо. Бежим. Непонятно куда. Так, сюда. О, нет. О, нет! Вот такая вот игра. С пандами. С пандами.